Все, Гвина увозят, наконец. Гвин сдох, если что. Какой-то ливень ебаный. Ливень людей не останавливает, блядь, митинги жесткие. Фу, блядь, травоядные, плотоядные, сказал. Чуваки, сори, я тупой мудак. Травоядных я имею в виду. Плотоядных там сделать только, и травоядных мы не будем создавать. Просто здесь у меня травоядные, они, блядь, вольер у них пиздец гигантский. Нахуй, но надо. Такой большой. Ты можешь на первом острове заплатить за звезды и открыть основной глаз. Там бесконечные деньги и... Кому бан? Поехали. 3, 2, 1. Давай, пиздуй. Нормально, бля, выиграл, мужик. До 5 звезд. Ну, блядь, это долго качать. В пизду, зачем мне это надо? Бесконечные деньги, это не так интересно. С экономикой, когда подвязано, более интересно все происходит. А Бобуса забанило, блядь. А как съехать, блядь, отсюда? Чё-то я не пойму, как съехать. Я бы тоже съехал. Карта. А-а. Стоп, я не знаю, как съехать. Может, где-то здесь надо нажать? Блядь, это пиздец. Ну, я понимаю, я с 5 миллионами сейчас пойду нахуй отсюда. Второе меню. Это где? Апчихба жив. Центр управления там... А, бля, все, понял. А где центр управления у меня? Блять, я не знаю, это что за пиздец? Я помню, мне предлагало, я как-то сразу съехал. Пустая ячейка, скорость исследования, требуется исследование. Бля, надо... Лево вкладка. А, блядь, ну, видимо, сюда. Рейтинг здания, рейтинг острова. Но я так и не понимаю, как через это меню, блядь, уезжать отсюда. И что? Так у меня уже, блядь, разблокирован, нахуй. Ответственный подход к содержанию зверей и создание безопасных условий для гостей. Вот наши главные приоритеты. Угу. Слышь, Вов, а чей минималка по бицам 500? Потому что у меня еблан какую-то хуйню донатил. Мне уст мягкий знак ПЖПЖ. Чат же бой, погоди. Я просто не понимаю, блядь, сверху говорят где-то. Это карта экспедиции, это не то. А, во, все, ёб твою мать. Исла Муэрта. Ну, мы сюда переезжаем же, правильно? Погнали. Там, по-моему, песчаный этот биом какой-то, блядь. Ну, не уверен. Я сообразил. Ну, сори, я просто это, забыл, как это все. Я когда играть начинал, только в 2018-м, я все помнил. Ой, бля, пиздец. За исторические создания это еще не все. На следующем острове, Исла-Муэрта, часто случаются природные катаклизмы. Штормы, экстремальные погодные условия, все в таком духе. Время от времени. Ой, блядь, вот тут вообще жопа будет. Погода на этом острове может быть непредсказуемой. Когда шторм кончится, первым делом нужно будет заняться устранением причиненного ущерба. Все, вот тут будут хищники у нас. Парка вам поможет команда рейнджеров. Да, и не забудьте закрыть убежище, когда все уляжется. Тут одно убежище. Сидя в бункере, гости вряд ли смогут потратить свои кровные доллары. Должно быть, это был настоящий шторм. Так, блять, а стоп, а че у меня денег тут мало? Погоды,
готовься к плохому поведению динозавров. Я все дымит, блять, ломается. Если считать, что все взаимосвязано, а я именно так и считаю. На этом острове очень тяжело. Это так называемый эффект бабочки. Ну попробуем, что? Иными словами, если подтолкнуть одно единственное домино, оно опрокинет все остальные. Погнали чинить, блять, сразу. И в конце этой цепочки свирепствующие динозавры. А у нас нет подходящего сачка для бабочек такого размера. Блять, тут ливни и... или что, блять? Ебать, тут носит жестко машину. Так, отремонтировал, что еще ремонтировал? Что-то сломано еще вот тут. Блять, уебался. Пизду, блять. Лучше так буду управлять. Блять, что, нельзя задачу и поставить? Проверить станцию. Бля, наверное, надо было сразу станцию рейнджеров починить. Тут вообще какая-то дичь происходит. Так, нет, все нормально. Ничего, сейчас мы выведем, нормально все будет. Как тут люди, блядь, живут, если тут пиздец какой-то. Где у меня поломка? Так, все, хорошо, в принципе. А, блядь, вот оно что. Блядь, зачем мне еще команда? Добавить задачу, значит, ремонтируем вот эту хуйню. Одно убежище у меня. Откуда народ идет вообще? Он приезжает откуда-то? Он сейчас приедет или у меня ничего не работает? Подстанция подключения, блядь. Или подстанции нет? Что-то я не понимаю, почему желтым горит. Дамы и господа, приносим извинения за все неудобства во время недавних аномальных явлений. Все, окей. Бля, починит, нет? Короче, здесь сажаем этих уебков. Я сейчас сразу кормушки расставлю. Бля, я правда думаю, что они пиздец как разнесут мне тут пол ебла. Я думаю, можно как-то еще поделить вот эту, хотя тут и так территория мелкая. Хуй его знает, как делать. Наверное, вот это сломаю. Воткну еще здесь по одной вышке. И вот тут по вышке. А, и чуть-чуть расширю, блядь, эти. Бля. Погодите, я что? Блядь, травоядных поставил, сука! Бабки проебал, твою-то мать нахуй. Так, мясо, мясо надо. Вот сюда поставлю. Все, окей. Значит, у меня два вольера этих ебаных. Вывести динозавра. Какого динозавра будем выводить? Цератозавра, наверное, одного. Блять, охуеть, один динозавр у меня будет. У меня денег иначе не хватит, блять, больше. А что мне, блять, не хватает? Я не пойму. Вот глазиком смотрю. Вроде бы... А, неиспользуемая энергия, все норм. У тебя на них денег не будет. Нормально, выводится. Сейчас, если этот с ошибкой выведется, все, забейте, Габелла, нахуй. Хотя откуда-то деньги летят. Один с травоядным строй. Зачем? Я хочу двух этих. Чтоб плотоядные были. А, блядь, слышите, это ж обычный забор, блядь, он даже не электрический. Ой, все плохо тогда. Вот так сделаем. Да-да-да, сейчас все построим. Главное, чтобы хватило. Все, окей. Еще. Нормально, чине? Ну тут точно динозавр будет под электричеством. Просто, блядь, мне почему-то не хватает питания, как я понял. Хотя А, все, понял. Еще одну просто надо поставить. Бля, надо исследовательский центр въебать. И заодно этот... Нормально тут будет стоять, как думаете? Я думаю, нормально. Пойдет, мне кажется. Может, вот так? Чтоб дорогу, если что, дальше поставить. Да, норм. Пойдет.
Подстанцию ставить не будем, потому что она, наверное, тут и так есть. Она будет соединена. Мы сейчас накинем туда электричество сразу. Пока что только дорогу подсветим немножечко. И поставим отсюда вот сюда соединение. Все, теперь у нас будет питание. Будет питаться вольер. Что, блядь, написано? А, все, окей. Так, теперь я слышал, что тут есть какая-то хуйня, метеостанция, которая будет сообщать о катаклизмах. Я точно помню, я это ставил. Бля, вот сейчас только не вспомню, где это было, но она точно здесь есть. Инфраструктура, по-моему. Штормовая станция, вот. Эту хуйню надо обязательно воткнуть. Я бы ее вот сюда как-то поставил. А где она есть? А, ну вот она стоит. А вот что значит, что она только здесь работает? Штормовые станции защищают парк от разрушения в случае бури. Весьма полезно, да? Ну, полезно, да. Надо еще одну ставить. Я же сказал, ребят. Вы мне говорите, блять, она и так есть, нахуй. Чё, чё за контракт? Так хорош, что я бы камеру команды рейнджеров, чтобы сделать фото, как минимум одного динозавра вида. О, это нормально. Тип поведения пьет. Блять, ну охуеть. Возьму на всякий случай. Я вот сюда въебу. Вот. И она будет защищать поблизости здания. Во, вот так даже лучше, наверное. Смотровые похуй, даже если поломаются, ничего страшного. Блять, еще и дорогу туда подвести, нахуй. Так, хорошо. Ты там вывелся, ебаноид? Не, не вывелся. Что-то на 76 завис. Денег нет. Сейчас они будут. Сейчас мы выйдем этого ебла, но он пойдет сразу первым делом пить. Я открою ворота и поеду, блять, его фоткать. У меня две команды как раз. Потом мы поставим магазин. О, вернее, фастфуд. Так. Мы в убытке! Блять, быстрее нахуй! Почему у меня деньги уходят? Куда, блять, они уходят? Так, надо кредит, блять. Где кредит взять? Каждым, блять, минутой, пока эта хуйня вылупляется, у меня в минус бабки уходят, как и мой онлайн ебаный. Наверное, я зря грейданул эти самые забор ебучий. Люди добрые, смотрите, циротозавр, блять, выпускаю. Все, сейчас первые деньги пойдут, пацаны. Сейчас народ сюда будет приходить на эту смотровую, у меня бабло попрется. Где мои посетители? Где мои посетители, блять, алло? Дамы и господа, рады сообщить. О, первый спускается, слышите? Парк открыт, да? Это я, да, бля, пацаны, погодите, какой это ты? Блять, что за жопа нахуй? Хотя бы чуть-чуть в плюс уходим? Вроде уходим. А! Что? Ебать, вы прям тут появились, что ли, нахуй? Давайте, несите денежки папе. Папе денежки несите. Надо зафоткать, как он пьет. Поехали. Бля, вот сейчас будет опасно. Попробую все-таки сфоткать его, тогда у меня 150 тысяч долларов халявных будет. Я смогу магазин поставить, который будет доход приносить. Ладно, похуй, я сфоткаю, как он ест, в принципе. Блять, стоп, что это? Я хотел фотку сделать. Кушает собака ебаная. 12 тысяч, так, я отбил эту хуйню. Ждем, пока он будет пить. Калитку закрой! Он поест и будет, наверное, пить идти. Логично.
Сигнальная ракета. Для чего она нужна? Так, стоп, 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 стоп. Стоять, ты что делаешь, ебанутый, нахуй? Иди попей, блядь. Иди попей, ебло. Блядь, чуть в воду не заехал. Да что ты, блядь, за мной нахуй доебался-то, блядь? Мужик, иди попей, долбоёб тупой, блядь, размер мозга с грецкий орешек. Блядь, надо, чтобы калитка не открывалась еще. Что такое агрессивный, блядь? Я тебя сейчас уложу, я тебя предупреждаю, нахуй. Блядь! Сука! Все, в пизду, потом сфоткаю. Невозможно, блядь, пока он не пьет, тварь ёбаная. Гости наслаждаются зрелищем. Каким? Надо еще одного вывести, но у меня денег не так уж много. Хотя, с другой стороны, у меня безопасный вольер получился. С вертолета фоткай. А с вертолета нельзя, блядь. Только с машины фоткать можно, понимаешь, о чем я? Да, надо магазинчик срочно, надо магазинчик. Отвечаю. Или исследования какие-то, окаменелости отправить. Тут есть вертолет, который летит исследовать? Не, нихуя. Ну и в чем прикол тогда? Наелся и спит, блядь. Так, у меня первый кто-то просил его назвать, блядь. Иксу 2000, въебите бан. Так, много хищников не заводи. Блядь, не вижу нахуй, кто мне донатил. Это что такое вообще? А чел, который попросил убедить девочку, походу, все. Да я не хочу травоядных выводить, чуваки. Ну, нахуя? Сколько он стоит? Ну, 31 тысячу. Ну, походу, чтобы, блядь, хоть какой-то доход был, придется, блядь, реально вывести. Вот тут вот. Но потом придется их всех усыпить. То есть, не знаю, это хуйня бизнес-идея. Поэтому... Кормушка для трава... Блядь, 150! Все, короче, теперь я вообще никому не могу вывести, блядь, держу в курсе. Вот, кстати, эта еда, которая здесь стояла, у меня бабки и забирала. Теперь у меня 56 хотя бы. Назову джибой, блядь, вот пусть джибой ходит. Но я тебя потом усыплю все равно, блядь. Через дефис будет. Как рэпер, блядь, какой-нибудь. Все, похуй. Мне просто динозавром ником залупа называть такое, блядь, конечно. Так, народ ходит, наслаждается. В принципе, рейтинги неплохие. Все хорошо у меня. 59 тысяч. Еще одного можно вывести, и уже будет, ну, двойной доход. Сколько он стоит? Блядь, полмульта. Царство небесное его вывести. О, блядь. Короче, здесь, наверное, его буду выводить, зеленого этого, блядь. Потом кормушку поставлю, пока так поживет. Пусть главное тут сидит и все. Я жду, когда этот уебан будет пить. Он не хочет пить. Делай выдачу еды каждые 25 минут. Вот, каждые 20 минут нормальная тема, согласен. Иди попей, ебло! Бля, надо будет его мониторить, потому что не... Слушайте, а у меня не будет такого, что пока я тут развлекаюсь, у меня первый парк по пизде идет. Ну, в плане, что там очень все плохо будет. Но там все сломается. Да? Я типа что, несколькими островами должен управлять? Говорят, нет. Да, слушайте, столько челов ходит, блядь, и ни одного магазина не поставил еще. Тут такой вариант, либо мы ставим магазин... Либо мы...
Пионликс. Бля, какой же неуёбищный ник у тебя, друг. Ну, походу, ты травоядная будешь. 150 рублей, еще раз напишу. Все, я знаете, что подумал? Я не буду за 150 рублей называть динозаврами. Хотя этот уже 300 сдонатил. Ой, блядь. Ебать, фишка ебанутая, блядь. Вы бы видели, когда мы, нахуй, я одного кента назвал... именем, у блядь. Нас есть новое предложение, с которым вам обязательно стоит ознакомиться. Давай. Короче, когда я в итоге он допизделся, он хотел другого, блядь, подписчика нахуй туда отправить. Я его, короче, отправил к хищнику, он его сожрал и в принципе донатер пошел нахуй, как говорится. Ибо нехуй было подкидывать кого-то. Да, Даймонда звали, динозаврика травоядного. Его, короче, к двум вот таким посадили, блядь, и схавали. Да, но он подумал, но уже поздно было. Он уже полетел на вертолете, блядь. Да, я помню, чел 900 кидал, блядь. Но он просил за лупа его назвать. Ну, это что за хуйня? Да шторм может сломать забор, и он выбежит. Блядь, ну это плохо, чё. А что мне делать в таких случаях? Надо исследовательский центр здесь поставить, 100%. Отправлять на раскопки, но у меня нету столько денег. У меня этих 270 столько. И причем бабки не растут. То есть с какого-то хуя деньги не растут. А я должен поставить магазин подарков или фастфуд хотя бы, блядь. Ну. Вот так делай. Блядь, ну а что я могу, блядь, сфоткать нахуй? Ну спит, блядь, а что за спит? Мне тоже, наверное, заплатят. Звучит уёбски, конечно. Блять, ну я же только что приехал, ты спал, ну ёб твою мать. Так, ладно, хорошо. Фоткаем так. Сейчас штраф какой-нибудь наложится на меня. Нормально, 5 фоток сделаю. Всё, больше не надо фоткать. Блять, 80 тысяч хавку ему пополнить, блять, алло, долбоёб ёбаный, куда ты в лес ушел, блять, нужны зрелища, нахуй. О, я его сагрил. Я его сагрил. Так, меня не устраивает, что он там. Сидит в кустах каких-то, блять. Он не сидит в кустах. Он не сидит в кустах, и люди не видят его, и они не будут платить мне деньги. Уебан! Иди сюда. Смотри, вкусный я на машинке какой. С двумя челами, блядь. О, другое дело. Побежал, побежал, побежал. Давай, давай, сюда вот. Вот тут. Ну, туповатый немножко, ребят. Что, устал ты? Нет, нельзя, все. Те динозавры заняты. Что-то ходит, нюхает, изучает, блядь. Ну нормальная такая рыбка, Пётр. Пастбище построим. Вот такое пастбище. Бустер 2012. Я буду бустер 2012. Блять, что ж такое-то? Я, наверное, зря вторую команду нанял. То есть, надо отпуск им ебануть как-то. Ну, выпущу я травояд... А, ну, слушайте, кстати, да, наверное. Я выпущу, жрать ему нечего будет пока что. О, брат, вот так тебя будут звать, нормально? Это какой-то гусь, ебать, не пойму, гусь. Бустер 2012, да? Так, ну ладно. Какой-то страус, да, реально. Так, стоп, этот сейчас будет пить, но... Ну куда ты по... Блядь, куда они все идут? Это просто пиздец какой-то. 100 тысяч долларов у меня уже есть. Так, 100 тысяч. 107. Он пить идет? Нет, пить он пока не будет. Или идет пить? Пить идет. Или не пить?
Не, он просто ходит. Он купается фоткой. Да, надо музыку врубить, знаете? Я подумал, чего-то не хватает. Не хватает музыки пиздатой. Которую я добавил. Женщина какая-то плейлист составила. Нормально, будем пиздатую музыку слушать. Там 88 треков. О, норм. Бля, я боюсь проебу тот момент, когда он пить захочет. Бля, пьет, сука! Выдвигаемся нахуй. Открывай калитку, блядь. Сука, я твою маму ел, блядь. Ты заебал ты нахуй. Это невозможно. Давай попить, смотри, вкусная еда в воде, блядь. Попьешь заодно. Опять проебал, господи. Все. Пусть валит. Я так понимаю, он сейчас пиздиться будет в забор. Ладно, у меня 130 кусков, все. Нормально, ставим здесь еду. Блять, 170. Или подарки. Надо еду копить. Еды нет здесь. Пить? Ты пить идешь? Он не идет пить. Пить идет. Нет, не идет. Я никогда не думал, что мне будет интересно наблюдать за динозаврами. Это ж пиздец. Бля, скоро вторая часть еще релизнется. Я думаю, там вообще будет жопа. Денег давайте мне! Хули сидим, блядь, ходим нахуй туда-сюда, блядь. Кормушку травоядному поставь. А где он? Да похуй, блядь, на него. Это ж бустер. Не, ну реально похуй, потому что, блядь, ну... Он и так, блядь, потом предупредят, когда он жрать захочет. М-м-м. 170 ждем, ставим, и уже потом там пиздец начинается по деньгам. Деньги будет, блядь, очень много мне всего приносить. У меня новый контракт, который очень поможет отделу развлечений. Для такого профессионала, как вы, всё возьму. Расплюнуть. Но в любом случае, видимость динозавра придется вот здесь, блядь, увеличивать. Как-то так. Но здесь не просто ж так сделано. Потом сделаем дорогу здесь, выровняем всю эту хуйню на острове. Я так понимаю, я могу вот сюда строить. Для отдела развлечений главное уметь удивлять. Иди нахуй. Выполнив этот контракт, вы бы могли нам дать нашим гостям именно то, чего они так хотят. Я хочу писать. Отличная работа. Смотрите, еду ставим вот здесь. Народ сюда будет ходить жрать. Открой карту, там видно, какие у тебя это самое. Какие территории. А, ну да, вот еще тут. Пиздец, у меня остров гигантский. Ща хавку построим. А мне на кормушку не хватает опять. 300 тысяч! Пизду, 150 пойдет. Давай стройся быстрей. Сколько можно строиться-то, блядь? Еее! Нормально, бабло поперло, блядь. Такс, хорошо. Так, что-то малой наметил, слышите тут? Я надеюсь, ты не будешь мне калитку ломать? Сейчас, я придумал, я по-быренькому сделаю так. Ой, блядь, не тот забор.
Привет, Джузеппе. Охуенная фоточка, блядь. Что? $800 за него? Нахуй ты вообще нужен, блядь? Нет, у туристов нельзя сбить. Вот ты их давишь, им похуй. Да, я походу не в то место поставил еду. Надо было ее развернуть, блядь, ну вот здесь где-нибудь поставить. Тогда было бы заебись. Ну ладно, уже поздно. Поздно что-то менять. Цену увеличь. Подать за $5. Давайте за 6. И тут никого не будет, блядь, сейчас. Не, нормально, жрут за $6. Низкая удовлетворенность гостей, плохое разнообразие. Ну, блядь, я не могу нихуя сделать. Алло, ёбнутые, что ли? Вольерчики маленькие. Бля, этот еще жрать сейчас захочет. Так, хорошо. Что мне еще нужно? А, кормушку, все, могу поставить. Да, конечно, ребят, все очень грустно здесь, я вам так скажу. По баблу все очень грустно. Можно музыку погромче, да? Ой, бля, ебать, бежит хавать, смотрите. Нормально, как раз перед гостями будет жрать. Такс, надо бы, наверное, эдмонтозавра какого-нибудь. 230 против 170. Бля, у меня только на этого второго хватит. Вот и как хавает. Да там мало дадут. Похуй, мне вот этого нужно посмотреть, как он пьет. Управляем транспортом, погнали. Короче, я сейчас все равно дождусь, пока он пить захочет. Съебались, блядь! Пей, тварь ебаная. Чтоб не агрился, вот тут встану. Тихо. Тупой мудак, блядь. Да, очень страшный ты, блядь. Очень страшный. Обосрался, блядь. Что-то мне не нравится, что он мне в камеру смотрит. Так, я пошел и по съебам. Пока в любом случае буду ждать. Надо просто подкараулить его. А я, по-моему, замес устраивал. Сколько у меня денег? 76 тысяч. Такс, 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 такс. Может еще одного такого вывести? Он будет больше дохода приносить. Или на что копить? Рейтинг у динозавра посмотри. 80. У этого рейтинг... Где этот, блядь? Лошара, бля, ебаный. Слушайте, а вот этого хуй найдешь. А, вот он. Бля, ну да, у этого рейтинг прям вообще ультра плохой. Бродит. Динозавра нельзя сбить, здесь блок какой-то ебучий стоит. Гены делай, изменяй. Что это? Тук-тук. Кто там? Новый... Барионикс! Точка. Показателем атаки, бля, в пизду не буду это делать. Барионикс, я не знаю, кто это просто. Барионикс это вообще... А!
Это следующий, наверное, какой-то динозавр. Я пока не изучал, у меня нет исследовательского центра. Бля, точно надо второго выводить вот такого. 107 тысяч у меня. Что я могу на 100 тысяч поставить? Ну да, ожидание самое долгое здесь, я согласен. Центр окаменелости или экспедиционный? А, центр окаменелости. Блять! Экспедиционный центр, это хорошо. Они будут улетать, но я не смогу камни, блять. Че, мне их только продавать останется. Плюс вылет 150 тысяч стоит. Короче, пока рано. Надо второго вывести вот такого кадра. И желательно, наверное, сейчас с модифицированием генома попробовать. Знаете, что я сейчас сделаю? Сейчас, во-первых, сохранюсь на всякий. Я гений ёбаный. Так. Возвращаемся сюда. Бьет? Да похуй. Сейчас все будет. Я гений. И гей. Давай пропускаем. Значит, с этим-то у меня все хорошо. Этот остров у меня отличный. У меня и хищник там бродит. И дорога здесь ебать кривая, как в России. Все охуенно, короче, у меня здесь. Два долбоеба. Так, теперь делаем что? Заходим сюда. Центр окаменелости. Ой, блядь, куда? В исследовательский центр. Генетические исследования. Гены внешнего вида. Нормально. Появление этого гена повысит атаку и стойкость. Мне атака нужна, поэтому атаку сделаем. Не, ну 4 минуты я же не буду ждать, это же пиздец какой-то. А больше ничего я не могу изучить. А, улучшение зданий. Экономическое содержание. Снижает стоимость содержания улучшенных электростанций. У меня нет или улучшенных. Мишка себе хранить позволяет содержать один дополнительный. Проверка ДНК увеличивает так, на 10 в улучшенной лаборатории. Стоимость 200 тысяч. Вот эту хуйню надо бы изучить. Или я только на этом сделаю? Так, вот тут у меня рейнджеры. Блять, я что-то вообще не знаю, как их грейдить. Требуется исследование. Ну так а я не знаю, как здание. Скорость, блять, где скорость? Следователей нет у меня. А, я не могу ничего изучить, блядь. Надо по две, что ли, въебать? Ой, хуйня. Первого острова отправить. Давайте сделаем один раз так, вот, чтобы, блядь, время сэкономить. Смотри, у всех динозавров есть стартовый рейтинг. Чем больше рейтинг, тем больше приносит бабла. Рейтинг можно увеличить генами плюс битвы. У динозавров есть стартовый рейтинг. Чем больше рейтинг, тем больше приносит бабла. Рейтинг можно увеличить генами плюс битвами. А, битвами можно увеличивать? Я думал, я, ну, долбоёб. Я понял, я сейчас так и сделаю. Сейчас тут что-нибудь въебём. Ой, в пизду. Иди нахуй. Без туалета норм было. Все продумано, блядь.
Так, этот парк заебись работает. Сейчас прилетит назад экспедиционный центр мне. Все заебись будет. Да там, когда уже второго я выведу, цератерапца-цапца, вот этого, блядь, мне уже не понадобится все. Жалко, что типа на одном острове свои деньги. Почему? Это же одна схема, это же все я. Я, значит, инвестор, я могу отсюда вот туда бабки перекидывать. Дождемся или похуй? А хотя тут чуть-чуть уже осталось. Сейчас они вернутся уже. Так, и возвращайтесь. Нормально. Все, оставим так. Теперь возвращаемся в другой остров. Ой, еще исследование улучшилось. Сейчас мы ген улучшим. Дай нам в лабораторию. Сейчас разберемся, мужики, тихо. Живучесть минус, а чё в плюс у него идет? Продолжительность жизни. Не, в пизду. Сейчас мы ему вид поменяем тогда, чтобы он цветной вышел какой-нибудь. Ай, блядь, не пойму. Все, с этим геном выйдет сейчас у меня. Вот здесь. Все, поехали. Сейчас будет... О, пьет, блядь! Попил! Блять, это пить, блять, музыку вырубилась нахуй. Блять, это просто пиздец. Я не успел нахуй секунду как-нибудь. Еще и геном не этот самый, не вывелся, блядь. Как же много денег вы жрете, блядь. Ой, пиздец. Не туда я еще воткнул, сюда же народ выходит в основном. Так, здесь что мы выведем? Ни на что не хватает, к сожалению. Надо, короче, мониторить. Бродит, бродит. Потом будет пьет, и вот тогда надо выезжать. Тогда 150 халявных тысяч будет. Полетел! Ебать, красивый выбежал, а? Смотрите, какой, блядь. Щищ. Рейтинг 10. Зрелище, поперли деньги. Побольше денег, кстати, слышите? Пошло лупить. Бля, они прям сразу сейчас его тут захуярю. Так, ладно, забузим.
Чел за 900 рублей попросил назвать динозавра залупой. Ну все, Ми умер. Фоткай пизделку. Да нахуя? Что-то я не сильно окупился, я вам так скажу. Убери его теперь. Народ съебал, да, сразу после зрелища, кстати. Да хуя причем съебало-то? Надо еще одного. Тогда я выведу двоих. У меня будет, я куплюсь, короче, сразу. Трупа может пойти болезнь. А как я его перевезу-то, блядь? Бля, пиздец. Пиздец, мне сапка выпала. Брат, я жив или как? Ты мё умер? Центр оса нужен. Да похуй уже. Буду лечить его. Сгниет сам по себе. Так, погнали, пропускаем. Поехали фоткать. Ебалась спать, Лёх. Пойдем сфоткаем, пока он спит. Няшечка спит. Десяточку нормально залутал. Проснулся, смотрите, блядь. Поехали, поехали. Друг, смотри, там вон бегает какой. Сочный, блядь. Травку кушает. Или он меня сожрать хочет? Я что-то не пойму пока что. Передумал или что, блядь? Впрочем, за мою работу не переживайте. А! Блять! Стоп! За хуйня, ебан! Блять! Так, пизду, я передумал. У меня полмашины разъебало сразу. Не, в пизду, этих ребят надо домой, на базу, блядь, в машину. Какой же он злой, это просто забейте, блядь. Что? Того, кто справится с этим заданием, ждет большое будущее. Это я справлюсь, того, конечно. Кто не справится, жду я. Давай, давай, у меня вторая машина есть, ебать.
мужиками на тачке, блядь. Ух, ебать, рыгнул в ухо мне. Не обращайте внимания, я просто выгуливаю своего динозавра. Долбоёб, тебя сейчас убьют, блядь, конченый. Уезжай, блядь. Ха, не судьба, блядь. Может быть, если я буду кататься возле зрительской площадки, у меня будет больше денег? О-о-о-о-о-о! Тихо-тихо-тихо. Травоядному пизда, кажись. О-о-о! 15 залутал, блядь. Мы продаем эти фото, да? Они приносят нам деньги. Видел, один стул колабный с кугаром остался. Серьезно? Последний? Типа, блядь, охуеть, кто-то взял. Так, ну я не знаю, он пить будет, нет. Он ест. Он ест хуйню мертвую, блядь. Прикольно. Так, хорошо, похавал. Значит так, у меня 400 тысяч. Либо я вывожу второго динозавра такого, либо я что-то должен сейчас сделать. Построить, например, исследовательский центр окаменелости. Вот. Да? И говорят, нет. Но мне центр окаменелости нужен. Не, нормально, ребят, чё мне пиздите? Все норм. Я сейчас все сделаю. Дорога подсоединена. Сейчас электричество накину. Или не надо? Все продумано, блядь. Я вам сейчас покажу, почему я так сделал. Сейчас достроится. Центр исследовательский. Ну, это окаменелости, вернее. Людей нема. Ну да, потому что, блядь. Потому что, блядь, динозавр один, сука. Фиксирую. Смотрите. Вот, блядь. Так, выводим динозавра ебаного вот здесь. Я вот думаю, может быть, вот этого. Хотя рейтинг 28, у этого рейтинг повыше. Выводим вот этого хуянозавра, блядь. Ой, какая-то девочка меня зарядила. Спасибо большое. Которую мы, видимо, тоже рейдили. Такс. Чё делать? Чё делать? Так, собираем народ назад, блядь. В будку! Ой, сейчас пиздец начнется, наверное. Меня сейчас проломит что-нибудь. Так, народ бежит в будку, нормально, все хорошо.
Этому похуй, его ветер не берет. Так, надо бы магазин построить. Магазин подарков. Вот именно здесь. Я считаю, нормальное место. Шо? Нет. Нет, не хочу. Так. Ставим сюда. Нормально. Какой-то пиздец. А сколько она проходит, эта залупа? А, я так понимаю, ты в убыток идешь, когда закрываешь всю хуйню. Что там, шторм закончился? Нет, что ж так штормит жестко. Так, магазин подарков. Значит, продаем это за 8. Будут брать. Все. Открываем. Дамы и господа, приносим извинения за все неудобства во время недавних аномальных явлений. Вы это красиво поставили, перфекционист. Это ж я, блядь. Чё? Народ пошел, фастфуд, окей, магазин. О, ебать, магазин сейчас приносить будет. Все, поперло бабло, мужики. 76, 73 человека здесь. Я бы еще хавку здесь поставил, потому что я там проебался и не туда воткнул. Хотя можно будет попробовать на... А, стоп, я сейчас динозавра выведу сюда погулять. И все норм будет сразу, там народ будет. Что это, армия? Новый контракт весьма полезен для отдела безопасности. А задание так, что? Задание, пока есть электричество. Без него нам придется очень тяжело. Так что пусть ток идет без перебоев. Легко. Смотрите, бабла уже немерено, блядь, практически. Магазин подарков прям вообще имба здесь. Вижу, у вас вылупился трицератопс. Да. Сейчас он миленький, но уже через неделю все изменится. 114 кусков. Общения ему хватает? Ну да, он в принципе общительный сам с собой, долбоёб. Так, выпускаем вот этого мелкого, блядь. Погодите, стоп. Вот, выпускаем мелкого, смотрим. Бабки капают опять. Дальше ставим что-то серьезное. Какой же я садист, мать ебал. Ой, извините, про маму реально лишнее было. Так, исследовательские окаменелости. У меня окаменелости нет, значит, нужно ставить исследовательский центр, чтобы для того, чтобы... поняли, блядь? Центр инноваций, блядь. Нихуя. Исследовательский центр он отправляет... А, экспедиционный центр. Вот что мне надо поставить. 400 тысяч он стоит. Что до хуя, кстати. Чтобы я экспедиции мог... Не, SimCity хуйня, блядь, душная. А вот это поприкольнее с динозаврами. Тут сеттинг просто прикольный. Ебать, тут народу ходит, блядь. Нет, я все-таки не перфекционист. Нормально, еду, блядь, воткнем. Бабло попрет жестко. Кривовато, по-моему, поставил. Мертвый динозавр. Но он отпиздил, видимо, его. Надо еще одного. Еще одного выводим.
Бля, наверное, эту кормушку можно удалить, раз я постоянно кормлю его. Нахуй надо. Я его буду кормить вот этими динозавриками, поэтому нормально. Туалет поставь. Туалет 150 тысяч стоит, блядь, прикинь. По-моему, туалет можно было будку какую-то воткнуть. Бабки проебал. Девяносто шесть. Но они на зрелище приходили. Ставим. Ставим вот так. Гости съебывают, но это ничего страшного, ребят. Все продумано. Все продумано, блядь. Так, здесь будем отдавать за 4 доллара. Пусть приносят доход такой мелкий, тут народ будет больше ходить. Где нет, потому что альфа нет. Да даже денег нет, блядь, все. Я же не просто так все это. Сейчас у меня, блядь, бургерная вот эта вырастет. Диноблюдо ставим. Продаем его за 12. Нормально, тут что-то дохуя гостей. Продаем за 20 долларов. Плюс один сотрудник. А, нет, это не надо сотрудников пока что увеличивать. 20 долларов. Так, теперь. Выпускаем динозавра, и у нас сейчас бабло попрет. Смотрите, блядь. 79 людей. 99, вот прирост пошел. Все, имба. Вы справились с трудностями. Бабло насыпало еще. Преустремленность всегда похвальна. Так, туалет надо поставить. Имба. На первом фастфуде цену повышает. Не, он почему, блядь? Он, ну, купается 158. Трицератопса надо сфоткать или это? Как это вот, блядь, называют? Уёбка. Сейчас поеду сфоткаю, я его не фоткаю. Видите, а где у меня вход-то, блядь? Это лишний раз людей передавил. Блядь, герпес вселился нахуй. Заодно не просто так еду. Кто заболел? А, да и хуй с ним, блядь. Ебать, 4К фотка нахуй. Да, он может сейчас заразить, к сожалению, поэтому его надо вылечить. Сейчас, если его сожрут... Нужно дать лекарство животному, чтобы спасти... Башку ему нахуй! Стой! Блять! Сейчас, пацаны, вакс будет. Блять, куда он убежал? Да сука. Оно что, не регает, блять? Дядька выстрел! Ща, погодите, мужики, последний, финальный. Пизду иди, блядь.
не регает, блядь. Декрейт, сука, хуёвый. Стратегия. Сифилис, иди сюда ко мне. Ой-ой-ой-ой-ой, блядь. Все еще бацилла бегает, блядь. Посмотрите на. Блядь, ты... Ой, больной какой-то, сука. У меня нету исследований, нахуй. Лекарство не изучено, блядь. Пиздец, все, нахуй. Это сейчас его съест, и пиздец. Зато у меня посетителей дохуя. Инфраструктура. Так, что это? Это Ламберт. У меня новый контракт. По моим расчетам, вы идеальный кандидат для его выполнения. Так, что мне забыл, блядь, сделать? Одну смотровую воткнуть. Еще одну. Че туалет-то, блядь? Ой, туалет пиздец тут, популярный нахуй. Нормально у меня бабла вообще, пиздец, по-лютому. Можно, кстати, понизить, больше денег собирать. Во, вот так норм, за $23. Больные динозавры не обнаружены. Так, тут что у меня? Тут вообще пиздец, ну что-то грустно все. Не ешь говно, блядь! Все, пиздец. А, его и так убили, блядь. Нормально. Все окей, чуваки. Народ разъебывается, расходится, блядь, нормально. Эф. Да я и хуй с ним. Все, нет источников. Они утилизированы, блядь, этим. Знаете что, надо, наверное, надо исследовать на первом острове. Электричество офнится. Не, оно не офнится. Но 18 секунд, у меня бабло есть. Экспедиционный центр ставим. Куда бы его воткнуть-то, блядь? Все наши системы безопасности зависят от электричества. Без него мне даже думать страшно, что произойдет. Ну, так что вы отлично поработали с этим контрактом. Бля, куда-нибудь сюда его воткнуть? Тут кривая дорога, поэтому надо будет все выравнивать, блядь. Че, если вот сюда пиздануть? Или далеко? Я просто не хочу выравнивать. Это такая нудная хуйня, вот ландшафт выравнивать. Ладно, придется, видимо. Хуйню какую-то сделал, ну ладно. А, вот так норм. Центроса не то. И экспедиционный центр. Так, блядь, ставим дорогу. Все, сейчас построится и будет бабло. Че с плейлистом нахуй? Ну, какая-то баба его составляла. Трек говно. Ребята, сегодня у нас от Лента.ру разоблачение гидры. Уже закинул 600 рублей, да ай, еще одного другим не ком теперь не пустят, 2012, а да ай очков пика. Бля, братан, давай не байт меня на такую хуйню, больше не буду добавлять ничего, отвали.
Я в говне. У меня не хватает электричества. Электричество подстанция стоит 500. Ну, то есть я нихуя не смогу сделать. Давайте еще одного выведем здесь. На случай, если что, два, блядь, сделаем таких. Или рискнуть на более пиздатого туда выселить. Но, блядь, да я знаю, что надо изучать новых динозавров, чуваки. Что вы мне рассказываете, блядь, ну? Я сейчас вот тут выведу вот этого ебанутого второго. Тут будет альфа, наверное, какая-нибудь. Они же за доминацию борются. Мне подстанция разве нужна? А, блядь. А, нет подстанции. Господи, спасибо. Теперь у меня нет денег на подстанцию. Хорошо, у меня внимательные чуваки есть. Я тогда ее вот сюда воткну. Все, поехали. Все, мы теперь можем экспедировать. Как это слово-то говорится, блядь? Экспе... Ну, похуй. На банбане. Велоцираптор, блядь! Дилофазавр? Не, велоцираптора надо. Слышите, это мелкие уебаны, по-моему. Блядь, 90 тысяч стоит изучить. Ты заебал скипни хуйню. Кого скипнуть? Иди нахуй. Я тебя сейчас в бан въебало дам. Пиздуй на видосы, блядь. Они уж закончились, блядь. Такс. Охуеть, блядь. Два сразу отбраковать. Отлично просто. Супер, блядь. Это везение просто пиздец тут. Я так понимаю, что из-за того, что здесь... Бусь экспедиции. Да зачем? Я сейчас, блядь, накоплю сразу уже на одну, у меня улетит. Вон там уже чуть-чуть денег осталось совсем. Плюс я сейчас прибыль уже подниму, блядь, со всех мероприятий вот этих. Допустим, я поставлю продать за 20 здесь. И у меня сразу прибыль увеличится. Потому что я сейчас динозавра выведу. Еще не факт, кстати, что вот тут она не увеличится. Она тоже увеличится. Все, 100 тысяч. Могу отправить на экспедицию велоцираптора. Надо 100% изучить. Все, полетел вертолетик. Тут как раз камни будем ебашить. И потом исследовательский центр нужен будет. Че, выводим второго? Все, сейчас будут пиздиться за альфу. Кто альфа, кто омега, блядь. Так, все. Сейчас будет пизделка, если что. Шоу-бизнес — это сделки, сделки и еще из раз... Из яйца! Я весь горю от этого нового контракта. Вы тоже загоритесь. В лаборатории Хэммонда? Не надо, блядь. Нового полтоядного? А, это изи. Блядь, пиздец я еблан, чуваки. Как теперь вернуть, блядь, мне это? Как похорошел Саратов. Я его проебал. Я думал, какое-то яйцо надо, блядь. Потом понял, что это все яйца, в принципе. Пиздец какой-то. Все, выпускаем динозавра, бабки подымаем. Сейчас попрет, ребят, сейчас попрет все. Не, на контрактах и выживаю, потому что это пиздец. Дамы и господа, рада сообщить, что парк оставлен. Все, нормально. Надо потом на второго будет накопить. Сейчас вертолет вернулся, наверное, уже. Не, не вернулся еще. Ебать, долго экспедиция занимает, а? А чё, будет кто-нибудь альфой тут? А, вот, есть уже альфа. Все, доход пошел.
88 тысяч пока что. Магазин одежды. Я ставил магазин одежды? Нет, магазин одежды я не ставил. Блять, это пиздец. Куда теперь воткнуть это? А чё он не ставится-то, блядь? Помехи. Какие помехи? В виде столба, что ли? Поехали. Быстрей! Так, динозавра убили. Ставим здесь магазин одежды. Изменяй продаваемый товар. Сейчас поменяем. Туалет бы, блядь, поменять нахуй, чтобы он платный был. Все, бабло поперло, блядь. Ну вы посмотрите, у меня чисто сколько тут динозавриков? Чуть-чуть. Много поставил. На что? Нормально я поставил. Давай, не надо, не сочиняй, блядь. Еще одного динозавра выводим сейчас. И обузим бабки. Вертолет вернулся? Да, вертолет вернулся. Че по каменелостям? О, нихуя себе камень приехал, блядь. Извлечь ДНК. Извлекаем еще ДНК. Все, окей. Теперь мы можем второго альфу вывести. Ну, не альфу, а, блядь, 572 тысячи, ёб твою мать. Нормально, сейчас этот выведется. 15к в секунду, но это маловато, на самом деле. Чё, опять отправить, говорите? Давайте вот это отправим. Летел. Но у меня тогда вообще денег не хватит сейчас. Хотя я быстренько сейчас залутаюсь и выпущу еще одного. Так, окей. Я не думал, что у меня будет... Как на прошлом стриме договаривались, мы тебе деньгу, а нам динозры. Ладно, очка флика зашла. Назови как хочешь, тиратку, срай или как там ебу. Нормально. Нормально назвал? По-моему, отлично, блядь, я считаю. Вертушка улетела. Камни изучаются. Сейчас новенький вид будет, блядь, но... И вот сюда тоже надо, чтобы альфа какая-то была. Я выпустил? Нет, динозавра-то этого, блядь. Правоядное существо, блядь, вылезло или нет? Да, походу сагрился на него или нет? Все, народ попер жестко, блядь. Шляпа за 6 долларов, вы что, шутите, блядь? Шляпа минимум за 21 должна улетать. Все, ну у меня как бы все охуенно, чуваки. По бизнесу, блядь. Сейчас чуть-чуть понизим. До 40. Посетителей больше будет. Нормально. Тут у нас до 20, наверное, снизим. До 18, вот, нормально, за шляпу. Так, охуенно. Теперь ждем. 600 тысяч. Все нормально. Можно пробовать выводить, но не факт, что он выведется, блядь.
Камни опять. Это вот эта хуйня, блядь. Так, тут извлечем, а вот это продадим, потому что пока не хочу. Пожалуйста, хоть бы, блядь, он вывелся. Это просто пиздец. Шанс на успех можно потом втыкать. Так, инфраструктура. К кому обращаются, когда все идет наперекосяк? Угадали. Это легкое тоже. Этот контракт поможет нам всегда быть наготове. Магазин подарков, туалет, блядь. Станция монорельса, магазин игрушек. О, блядь, да тут всякую хуйню можно потом натыкать. Нормально, $99, блядь, ну это же пиздец, как мало. А если я на машинке выкачусь, я выполню контракт? Только я попробую сейчас это сделать. Если будет за мной агресс. Долбоёб! Иди сюда. Что значит 570к? Что, блядь, это пиздец! С днем рождения в своем стиле. В каком хочешь. Главное, пожелай справиться с проблемами, а дальше фантазия. Света, желаю мамонту на Кузнецове, Ване. Если что, кстати, пиздец, какая уебищная фамилия, блядь. По-моему, пол земли и пол России с такой фамилией. В каждом классе, по-моему, либо Кузнецов, либо Кузнецова. Мне кажется, просто все изначально пошло от одного человека. Скажем так, жертва самая первая. Которая переебала всю Россию, блядь, и теперь все Кузнецовы, нахуй. Так вот, поздравляю его с днем рождения. Бля, прикиньте, они реально братья и сестры все. Ну, по-любому же в чате есть кто-нибудь Кузнецов. Желаем ему счастья, денег побольше, как у меня в динозаврах. И чтобы, самое главное, не плодился, блядь. Чтобы фамилия... Это самое, поменьше обороты набирало, блядь. А то, по-моему, каждый пятый Кузнецов. Все. Бля, ребят, очень обидно сейчас произошло, я вам так скажу сразу. Очень обидно, я скажу вам. Игрушка балдежная, жалею, первый стрим по ней пропустил. Но ты не пропустил, потому что мы точно так же начали по новой второй остров развивать. Поэтому ничего нового. Вернее, ничего старого. Все по-новому. Лекарство, вложись в лекарство. Да у меня нету, блядь, центра исследовательского, понимаешь? Я говорю, надо в следующий раз просто не в динозавров, а в зоопарк. Там типа побольше всякой хуйни. Но концепция такая же. Но она и стоит подороже, по-моему. Центр ОСА, ну нахуя, типа. Я же никого не перевожу. Оно сейчас будет бабки жрать. Надо исследовательский центр. Или нет, давайте динозавра поставим, и уже потом исследовательский центр будет. Так будет правильней. Сука, все, заебали. Я вывожу ему более крутого мамонта, блядь. Дай бог, чтобы он сейчас вывелся нормально. Чтоб пизделка была более жесткая, не вот это вот все на одну секунду. Так народа больше навалит сразу. 97565 дохода. Я уже не знаю, как его сделать мне, блядь, чтобы нормально было. Давайте контракт новый запросим какой-нибудь. А, не могу. Спекулянт. 100 тысяч, блядь. Ну, 50 он даст за это. Делай две альфы в одном. Да мне вот тут альфу сделать, и уже пиздец будет. Они будут вдвоем жрать. Опа, инкубация. Блядь, да... Это скам ебаный какой-то, блядь. Чё меня, блядь, на деньги разводят, нахуй? Чуть вертолет ебучий, блядь, там. Блять, два раза уже, блядь, это сколько? Минус лям почти. Лям долларов просто, пфу нахуй. От чего зависит удача вообще? От того, сколько я исследовал, блядь, в процентах. Народ еблан толпами ходит, блядь, покупает что-то и съебывается. Нахуя ходить так? Ой, если б я такое заявил в бизнесе, ко мне бы больше никто не приходил, кстати.
Кто-нибудь по-любому в Твиттере бы высрал. Кого там убили, блядь? Между Химками и Ленинградом на вокзал упал на пути за цепер. Ебать, самоутилизировался нахуй. О, прилетели, камни мне принесли. Блять, зацепер в 21-м году вообще, что может быть хуже? Велоцираптор. Давайте извлечем, а это продадим. Чё? Какая разница, блять, они два велоцираптора было. Обоёб ебаный. И через 30 минут офт, я знаю, пацаны. Поэтому надо быстрее развиваться, блять. И чтобы вы фоловились еще. Это тоже важно. Смотрите, ну вроде бы я обжился нормально. Забор вроде бы не сломан. Все окей. Блять, ну цератозавр пьет. Я вообще просто не могу с этим заданием справиться. Это же, блять, вообще забейте. Надо отслеживать постоянно его. Как нехуй делать. Почему нет непродуманной системы, например, чтобы... Динозавр выебал динозавриху, и у них родился мамонт. Ну вы поняли, про что я. Так, сейчас мы на изучение сразу полетим. Все, можем вывести. Бля, пожалуйста, хоть бы ты вывелся, блядь, я тебя прошу. Две альфы и плюс еще какой-нибудь еблан мелкий. Сейчас тоже выведу его. Ладно, еще ждать придется. Они все бабы по канону фильма. Да? Рождаемость динозавров зависит от прокачки ДНК и находки генома. Нихуя эта самка тогда с джибой, блядь, злая. Блядь, походу... А. Попей, а. Попей, я тебя прошу. Очень похоже, что оно пить собирается. А, попалась! А, не, нихуя. Нормально, за повторение не дали мне нихуя. Эй, сука, тварь, блядь. Господи, бля, рептилоид ебаный. Он не хочет пить, я не знаю уже, блядь, как его караулить. Этот контракт меня уже заебал. Я надеюсь, что этот выведется у меня. По идее, должен. Так, отправляем опять на экскурсию. А чё, если этих маленьких уебанов выпустить вместе с этим? Но это же логично, что что-то будет, наверное. Формация Ирен Дабасу. Велоцирапторов надо изучать. Двери не закрыты. Закрылось все, что ты мне рассказываешь? Блять, я твою мать ел, блять. Ну что за хуйня? Я только что, блять, Тварь, пей еще, блядь! Да, блядь! Бля, он заебал, это просто пиздец. Он такой, все, попил. Как бабы, знаете, им стакан воды подаешь, блядь, они один глоток сделают, спасибо, я напилась, блядь. Баба, ну, видимо, тоже, блядь, да. Надо гармонично, блядь, пить. Просто я, когда хочу пить, я выпиваю бутылку и все, блядь. Я целый день не хочу пить.
Ой, надо, наверное, еще какой-нибудь поставить. Что ж такое, блядь? Как все долго, блядь, что ли, не знаю. В тот раз побыстрее развитие шло. В этот раз очень долго, потому что денег нихуя. Я как-то в прошлый раз быстрее все было. Да, я понял, ребят. Это не факт, что он выведется, блядь. Он может зависнуть тут нахуй. Сейчас попробую выпустить его, ну что-то... Пожалуйста, давай, давай, давай. 95, блядь. 96. Нормально. Походу выведется сейчас. Заебись. Сразу садимся в телегу тогда. Выходит, блядь, самка ебаная. Так, поехали сразу. Она сейчас пить пойдет. Сюда! Вам не нужно было ничего доказывать. Но меня впечатлило, как вы взяли дело в свои руки. Варя, иди пей! Отличная работа. Да ну нахуй! Справиться с такой работой, да еще и... Да ну нахуй! Вот награда от отдела безопасности. На Исла Муэрта. Все, лучше полляма у меня. Так держать. Блядь, чё ворота-то все открываются нахуй, я не пойму, блядь. Так, хорошо, 683 тысячи. Народ ходит смотреть на динозавров. Но что, если я выведу сейчас вот этого большого? Вот этого маленького. Они будут их хавать, и у меня сейчас просто денег море, блядь, будет. Так, тут что мы выведем тут? Тут надо вывести какого-нибудь интересного персонажа, блядь. Вот этого, наверное. Все, пойдут бабки, пойдет бизнес, ребят. Просто лютый. Окаменелости смотрим. Я очень хочу велоцираптора, блядь, себе. Надо, чтобы у него был это... Полетим сейчас еще раз велоцираптора изучать. Куда уже в этот раз полетим? Сделай исследовательский центр. Угу. Сейчас сделаем. Он 400 тысяч стоит. Так, этот готов, этот нет. Сейчас большого бахаем. Плюс мы еще поставим вот сюда дорогу. Сейчас я отстрою. Блять, как-то надо, чтобы нахуй... Твою мать, блять! Что ты мне колбаску какую-то катишь? Вот тут надо водичку убрать. Сейчас я ее уберу. Такс. Теперь ставим смотровую. Ты чё, тварь, охуела, блядь? Бля, еще воду вам урезать. Но я думаю, хватит им водички, блядь, на самом деле. Охуй, в луже покупаются, блядь. Вот тут вот сделаю. Нормально, пойдет. Так, теперь смотровую ставим. Ой, блядь. Так, все, окей. Пошел бизнес, блядь.
Бля, народ такой тупой, он сам-то не дойдет, блядь, ему надо дорогу положить. Я делаю все, что могу, чтобы помочь вам. Сделайте все возможное, энергии. Да нормально, чтобы не помочь отделу безопасности. Оп. Воды больше. Да нахуя, блядь, больше-то, блядь, и так прекрасно. Вам, как и мне, нужна надежная система энергоснабжения. Все окей, что по энергии? Нормально. Там еще потом на два здания хватит. Так, что по каменелостям? О, имба. Камушек какой-то достал. Так, извлекаем. Извлекаем. Дамы и господа, мы установили новую смотровую галерею для наблюдения за нашими потрясающими... Давайте, мужики, идите животных смотреть с двух сторон. Охуеть, блядь. Я просто в шоке. Вся территория охватывается. Маленький загончик. Опа, поехали, ребят. Бизнес, блядь. Так, теперь вот эту хуйню управляем транспортом. Погнали фоткать. Ебать, колбасер вылез. Какой нахуй? Ёб твою мать, блядь. Он только родился, блядь. Не жрите его нахуй. Так, что происходит? Я тут лишний, походу. Надо отъехать. Ему, походу, пизда сейчас будет. Коня сейчас схавают, блядь. Так, стоп. Не нюхай, блядь, меня. Меня не нюхай, блядь. Вон какой, блядь, упитанный бегает. Ожидаем наступления штормовой погоды. Ты чё, блядь, где твои руки, блядь? Так, погодите-ка, я не понял немножко. Ебалай за мной начинает бегать. А, блядь! Сука! Блядь, что происходит? Какого хуя они на меня агрятся? Дамы и господа, в связи с уточнением прогноза погоды, объявлено, что погода будет ужасной. Блядь, как же вовремя-то нахуй, а? Плохая погода, сбешенные динозавры. Мало нам не покажется. Блять, плохая погода. Ой-ой-ой, блять. Народ, не уходите, блять. Там пиздилка начинается. Бункер, блять. Ладно, погнали в бункер у всех звать. Ну его сейчас сожрут, блять. Что-то сегодня все не так, блядь. Убегай, убегай, долбоёб, в панике, блядь, убегай. Убегай, убегай. Все, убежал, нормально. Он в кустиках. Бункер, он что, бесконечный у меня, что ли? Ну его сейчас сожрут, а я, короче, хотел, чтобы его не сожрали наоборот. Сейчас, по крайней мере. Я хотел, чтобы его сожрали, но чуть попозже. Спасибо за подписку. Спасибо за фоллоу, Аркадий. Аркадий, у меня уже лям целый. Так, нужно ставить, короче, этот самый, в гостиницу. Предлагаю гостиницу въебать вот тут. Значит, для этого рельеф сначала выровняем. Прикиньте, с гостиницей, бля, ой. Умер, убили, блядь. Игорька убили, нахуй. Все, пиздец. Дамы и господа, приносим извинения за... Убили Игорька, блядь. У меня есть деньги на гостиницу, да, я в курсе.
Так, заебись. Теперь надо вести дорогу. Так, гостиница заебись. Теперь надо здесь поставить... фастфуд ебаный. Подстанцию одну. И у меня не хватает электричества, если что. А-а-а, блядь! Ой, пиздец, все плохо. Блядь, и денег нет. Что делать, нахуй? Блядь, забор отключился, нахуй, все. Ой, смотровая теперь не работает. Так, ладно, хорошо, делаем так, чтобы работала смотровая. Так, подстанцию потом сделаем. Не пизди, все норм. Смотровая питается, все хорошо. Денег накопим, сделаю все остальное. Пока все окей. Сейчас не вариант просто все отключать. Гостиницу-то перенаселение еще долго не будет. А я не знаю, зачем гостиницу меня, блядь, попросили. Перенаселение парка 65%. Кушает, блядь. Все, нормально. Выпускаем маленького динозаврика, блядь. Все, полетел развлекать народ. Бабла, бабла надо. Используемая энергия 9. Сколько она использует? По идее 3. 3 и 1. Ну так хватает, схуяли, блять, оно пишет, что не хватает. Не понимаю. Нажми на глазок. Так, электричество где здесь? Не понимаю, как глазком определять что-то. Выпусти хаянозавра. Выпускаем, погнал. Приноси бабла, блять, папе нахуй. Так, тут еще важно соблюдать и понимать, что вот эти уважаемые товарищи, они сейчас, блять, сука, им места мало будет. Они будут пиздиться между собой, скорее всего. Все, ёбнули. А, хуаянозавр. Еще один представитель рода стегозавров. Отсутствует лес. Ты что, охуел? Здравствуйте. Не хотите заняться новым контрактом? Хочу заняться сексом с вами, блядь. Как это лес отсутствует? Есть лес. Не упускайте такую возможность. Все норм, все есть. Да какой офай, блядь? Только начало, нахуй. 500 тысяч надо, блядь. Так, хорошо, камень, что там у меня? Камней нихуя нет. Нужно травоядных каких-то изучить. Я знал, что это задание надо поручить вам. Чукингозавр, вот это нормально. Сразу летим. А, мне дали деньги за контракт, я могу подключить малую электростанцию, еще одну. Она будет стоять вот тут. Я сейчас на нее питание дам. И будет все заебись. Блять. Вот так. Включу дорогу. И подам наконец-то электричество, блять, сюда. Сюда въебу подстанцию. Включу все сюда. Так, по идее, должна ёбка пойти жесткая сейчас народу. Бабла должны занести жестко. А, я не соединил. Ну нормально, я мужик. Сейчас соединим, ничего страшного. Отключится забор, скорее всего, но он сейчас моментально подключится, когда вот эта хуйня достроится, поэтому...
Все окей. О, 162, охуеть, уже. Продаем за $17 Дина закуски, блядь. Народ богатый пришел, блядь, возле гостиницы, прям вообще заебись. А где второй-то динозавр у меня? Вон он. Все окей, такс. Контракт выполнен. Я отмечу, что задание вертолет выполнено. Поздравляю. Бля, ебать, ребят, все, поперли бабки, блядь. Новый остров доступен, я еще этот не развил. Или что, задание выживет сильнейший. У меня для вас есть заманчивое предложение. Только в этот раз все может быть. Велоцираптор и дилофозавр. Бля, чел, но 1,5 миллиона, блядь. Приходится браться и за грязную работу. Верно? Велоцираптор плюс дилофозавр. А, ебать, это мне нахуй... Ой, я сейчас такое не выполню, блядь. Это два мелких, по идее. Вижу, вы приняли вызов. Хорошо. Это задание проверит ваши навыки и силу. Ну вы посмотрите, сколько у меня, блядь. Мы создадим ситуацию. Туалет, блядь. В который динозаврам придется посмотреть. Люди срут туалеты, финансовые данные аттракциона. Что? Выживет сильнейший. Пиздец, блядь. В туалет народ ходит парами, блядь, шаг за ручку. Первый. Построить или модифицировать загон так, чтобы он пережил драку динозавров. Вам нужно вывести... вырастить и разместить динозавров в этом загоне. А не кажется ли вам, что мы выходим за рамки дозволенного? Стравливать между собой динозавров? Использовать их первобытные инстинкты охотников и убийц? Да, Дриан Малькольм, блядь, да. И для чего, кстати? Так, ну что у меня, блядь? Неплохие результаты, почти как у меня. Шучу, конечно. Вам никогда не достичь большой, моих высот. Большой пенис у меня. Это конкурент, как я понял, никогда не достичь, блядь, сказал. А, вы все сделали. Бля, пиздец, я, блядь, ну тут денег много, ёб твою мать, вообще дичь. Че, можешь камень по приколу положить? Пусть там стоит камушек какой-нибудь. И тут камушек какой-нибудь поставлю сейчас. Природные окаменелости. Вот это охуенно. Так, по деньгам все окей, все заебись. О-о-о, еще и окаменелости привезли. 80 тысяч продали. Ой, это какой-то уебищный динозавр, в пизду его, блядь. Это кто? Вот это уже дилофозавр, это прикольно. Велоцираптор вдвое надо. Но это мы потом разовьем, блядь. Тут надо еще, короче, отстроить. Вот, видимо, я планирую, что вот тут вот будет еще один загончик, я вот так выровню. И в конечном итоге сделаем так, что здесь дорога будет соединяться вот тут. Там поставим вышку, блядь, эту ебаную от поломок ебучую. Че, исследовательский центр по-хорошему надо. Кормовую станцию сюда надо в любом случае въебать. Прям 100%. Вот сюда въебываем ее. Крепляем дорогу. Чтобы мне не это, не сломало нихуя. Там потом монорельс можно будет потом допройти, вот так вот поставить. Они будут заезжать с двух сторон, у тебя будет просто немерено бабок, блядь. Давайте поставим исследовательский центр. Вот эту хуйню воткнуть бы куда-то, блядь. Я даже не знаю, куда его воткнуть, слышите, исследовательский центр. Такая, блядь, кривое все какое-то. А-а-а, я сейчас так сделаю. Такс. Ой, мать ел, все, вырубаю, пацаны. Надо на съемки хуярить.
А почему тут неиспользуемая энергия, блядь, я что-то не пойму. А, это я запасом поставил. Так, все, Татьяне даю рейд. Не забудьте фолнуться. Что дела это? Идут хорошо, но ой, я легко, блядь. Лучше. Обдумайте этот контракт. Как вам игра? Я не думал, что у меня стратегии вообще будут смотреть. В чем измеряется успех? В числе тел. Нет, прозвучало странно. В числе голов. Нет, тоже так. Как-то не очень. Но вы поняли, что я имею в виду. Все, короче, не забудьте фолнуться. Я полетел, давайте, покеда.